проект «Доктор Лошадь». Всем здравствуйте! Предлагаю посмотреть наш ознакомительный видеоролик про ипотерапию. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опреки. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжает в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами. Моих детей и голосами детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами детей. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. Эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарь. Тысячами надо меня, после меня будет. Тысячами надо, тысячами меня, тысячами меня. Снова крепости у нас на бочине. Плевать, ведь наши дети лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Здесь мы начинали. Идея у меня возникла об ипотерапии еще давно, года 3 назад, до вот этой реализации. Здесь вы видите моя лошадь, ее зовут Персея. Поначалу в проект из наших конников города Комсомольска-на-Амуре никто не поверил, и мне пришлось начинать это с одной лошадью. Но, тем не менее, сначала у нас были определенные трудности. То есть нам нужно было подобрать площадку. Это должна была быть огороженная территория. Должны были быть специалисты квалифицированные. То есть, когда я уже пришла к тому, что я хочу этим заняться более профессионально, когда я уже начала понимать, что нужно писать грант, тут пришлось прорабатывать многие моменты. От специалистов до площадки. Я нашла специалиста, дипломированного специалиста адаптивной физкультуры, имеет диплом высшего образования. Также у нас в ипотерапии принимают участие добровольцы, ведь лошадь нужна, чтобы ее кто-то водил, и люди сбоку, это, которые страхуют ребенка во время занятий.
Нашли мы подходящее место, трудно искали. У нас, в принципе, на данный момент всего лишь два места. Это вот санаторий Кедр, и мы вынуждены ходить еще заброшенную старую хоккейную коробку во дворе между домов у нас на районе. Но, тем не менее, проект получил поддержку на молодежном форуме «Амур» 2018. На эти средства мы закупили инвентарь и необходимую амуницию для лошадей, инвентарь для детей, то есть здесь вы еще его не видите. На данный момент у нас есть небольшой пандус, благодаря которому можно полегче осуществлять посадку детей. У нас есть дети-колясочники, различные диагнозы. И инвентарь для детей разнообразный. Это мячи, гимнастические палки, утяжелители для ног, утяжелители для рук, гантели, всякие мячики, игрушки, балансиры, защитные шлемы, ну и амуниция для лошадей. У нас на данный момент занимаются 48 детей. После форума «Амур» мы еще сотрудничали с некоммерческой организацией «Маяк Надежды» и тоже получили грант, точнее, это была субсидия губернатора Хабаровского края. И на эти деньги у нас 48 детей в течение 6 месяцев получают занятия абсолютно бесплатно. Количество лошадей у нас увеличилось с 1 до 2. То есть пока по терапии у нас всего лишь 2 лошади, но 48 детей мы можем и можем предоставить такую услугу. Дети у нас, опять же, вот разные заболевания, аутизм, синдром Дауна, опорно-двигательный аппарат, то есть ДЦП. Мы не ожидали, что у нас будут результаты. Насколько я всегда читала, и у меня опыт работы с лошадьми – это 15 лет, и самостоятельный опыт изучения вот именно тематики ипотерапии, результат в улучшении должен быть при постоянной работе. Вот, и круглогодичный. У нас нет открытого манежа, поэтому мы занимаемся только в теплое время года. Но тем не менее мы были приятно удивлены, когда у нас был, точнее есть ребенок, у которого 4 года была, ставили сколиоз второй степени, 20 градусов искривления. Ребенку делали корсеты, токи, плавание. 4 года улучшений не было. После 3 месяцев ипотерапии ему поставили сколиоз первой степени, 5 градусов искривления. Второй у нас случай – это девочка с сильным глубоким синдромом Дауна, и она в течение своих 7 лет не могла узнавать дом и очень-очень плохо говорила. И произошло так, что она у нас стала ассоциировать место, где занимаются лошади, и начала произносить такие слова, как «игуго», подходя только к этому месту. После занятия она пошла с мамой домой и узнала дом свой. То есть для матери, которой вот такое небольшое продвижение, улучшение, это очень значительный этап. Конечно же, люди будут к нам продолжать ходить. И после огласки у нас телефон разрывается от звонков от родителей. У нас хотят участвовать как здоровые дети. Ведь верховая езда, она очень полезна всем. И детям, и взрослым, и женщинам по там, женскому здоровью. И детям с психологическими, с психическими расстройствами, отклонениями, с инвалидностью. У нас приходили дети, которые просто в школе испытывали какой-то стресс и плохо засыпали. И благодаря верховой езде 20 минут они потом прекрасно по режиму спят дома. Вот. Что касается подготовки еще к занятиям, мы проводим это все тщательно. То есть я чем дальше ухожу в эту сферу, тем больше начинаю докапываться до всей информации, начинаю подготавливать лошадь. То есть, во-первых, требования к лошадям. Это должна быть невысокая лошадь с широким ритмичным шагом, обладающая спокойным нравом, и тем не менее ее нужно всегда контролировать. Вот. Специалисты и знания, это тоже всегда нужно улучшать. И профессиональная квалификация, вот планирую поехать в город Иркутск этой весной, чтобы получить квалификацию ипотерапевта. Потому что у нас есть специалисты именно по адаптивной физкультуре, но база и общение с людьми, которые в этой же сфере работают, оно крайне важно для уточнения каких-то нюансов.
И мы на каждого ребенка пишем индивидуальную программу, комплекс упражнений, проводим предварительное тестирование и заключительное тестирование. Это вот что в рамках гранта. Еще будем идти к тому, чтобы дети у нас проходили страхование на момент занятий. То есть это правила, которые необходимо соблюдать. И поэтому, как бы обращаясь даже ко всем желающим поездить на лошадях, всегда, со своего опыта знаю, нужно спрашивать удостоверения, корочки, квалификации с теми, кто с вами занимается, страховки, этим все не пренебрегать. О нас вы можете узнать в Инстаграме, ипотерапия КМС, либо созвездие лошади. После вот этих грантов я решила уже открыть свою некоммерческую организацию, которая называется «Созвездие лошади». Вот. Эту информацию мы размещаем в Инстаграме, ВКонтакте. У нас очень много совместных еще проектов и параллельных. Мы будем делать конный театр. Мы уже провели конный театр в детском центре соцзащиты для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Потому что своих лошадей мы очень любим и следим за их тренингом, за их в общем, жизнедеятельностью. Они у нас очень дружелюбны, и помимо терапии мы еще занимаемся, работаем с ними в руках по мягким методикам и дрессируем их. Поэтому они у нас выполняют еще различные там цирковые элементы, в том числе работа на свободе, с абсолютно свободной лошадью. Вот. Это показывает необыкновенный признак доверия, когда человек может встать и стать партнером и другом лошади. Поэтому у нас есть второй проект, это конный театр. Исходя из этого, у нас есть еще третий проект, это мастер-классы на развитие лидерских качеств, работы в команде, коррекция агрессии у детей и совместные проекты. Вот мы будем здесь сегодня представлять вместе с Ульяной, с Викторией Пасар по коррекции, наверное, проблем детей в поведении у различных, по различным диагнозам или отклонениям с помощью книга, ипотерапии и творческих занятий. То есть это будет такой масштабный комплекс. И ну, советую всем, кто горит какой-то идеей, ее продвигать, развивать, наверное, постоянно о ней думать, жить. Я очень болею своей конной темой, очень люблю лошадей. В течение 14 лет никогда от этого не отказывалась. Решила, приняла тяжелое решение, наверное, может быть, в ущерб семье, завести свою лошадь. На данный момент у меня у самой ребенок 2 года, и занятия мне достаточно тяжело даются, но мы продолжаем, мы будем продолжать, останавливаться уже нет смысла. Вот. Поэтому приобщаю свою дочь, увожу ее на ипотерапию, она у меня уже ездит верхом, и поэтому у кого есть какие-то там проблемы с семьей, я думаю, все это решаемо, если это все занимается в благих намерениях и целях. Приглашаю заодно всех посетить наше мероприятие 5 мая на Силенке. Мы будем его анонсировать везде. Уже пока начали по чуть-чуть, но будем везде развешивать афиши. 5 мая на Силенке детско-юношеский конно-спортивный фестиваль, посвященный Международному дню борьбы за права людей с ОВЗ. На этот фестиваль мы приглашаем различные социальные структуры, 2 детских дома, реабилитационный центр, социальный центр для детей в трудной жизненной ситуации. У нас будут конные выступления из 2 частей для здоровой молодежи и для детей с ОВЗ, которые у нас занимаются ипотерапией. Будут выступления собачьих клубов, Беркута, это Agility, «Собака улыбака», «Радость севера». Очень много творческих мастер-классов с поддержкой Дома молодежи и Центра юности. И вот когда мы решили, опять же, из маленькой идеи, всего лишь из ипотерапии, показать еще людям такую инклюзивную проблему, что дети с ОВЗ, они такие же дети, они у нас занимаются и, наверное, дадут фору даже еще здоровому взрослому, если он сядет на лошадь верхом, выполняют различные упражнения. Поэтому у нас будет показательное выступление, инклюзивное, где все могут убедиться, посмотреть, потому что у многих стоит небольшой такой блок, как общаться с таким ребенком, когда он такой особенный. Мы хотим показать, что все дети равны, и в первую очередь они равны для лошади. Лошадь не видит проблем и различий. Тем самым нам, наверное, есть всем, чему мы можем у них поучиться, у этих животных. Поэтому всех приглашаем 5 мая, начало в 12:00, ориентировочно до 6 вечера.
Будет много творческих программ, мастер-классов и различных творческих площадок. На этом могу закончить. Аплодисменты Кристине. И мы